солнечном городке Уэйвилль, где океан встречается с золотым берегом, жила молодая чайка по имени Сэнди, которая мечтала покорить сверкающие волны. С сердцем, полным смелости, она решила воплотить свою мечту в реальность. Сэнди обратилась за советом к мудрой старой черепахе Шелби, известной тем, что каталась на самых больших морских волнах. Шелби поделилась секретами равновесия и радостью танца с волнами. Вдохновленная, Сэнди смастерила из куска коряги крошечную доску для серфинга и отправилась покорять волны. Ее первые попытки были неуверенными и наполненными смехом, но Сэнди не сдавалась. День за днем она гребли, смотрела на волны и пыталась поймать идеальную попутку. Дельфины и ракушки подбадривали ее, создавая хор ободрения, который эхом разносился по берегу. Одним солнечным утром, когда волны изящно нарастали, Сэнди гребла в самое сердце прибоя. С решимостью в глазах она поймала волну и оседлала ее с грацией парящей чайки. Пляж разразился аплодисментами, когда Сэнди пробиралась сквозь сверкающие волны. С этого дня Уэйвилль стал пристанищем для чаек, занимающихся серфингом. Бесстрашный дух Сэнди вдохновил новое поколение следовать за своей мечтой, доказав, что при настойчивости и небольшой помощи друзей даже чайка может стать сенсацией серфинга. Итак, в залитых солнцем волнах Уэйвилля история о серфинге Сэнди стала историей о смелости, настойчивости и радости катания на волнах дружбы. Конец.